Очень приятно, что вы все соизволили нужным сегодня быть с нами вместе здесь. Мы сегодня такая ознакомительная, скажем, и посоветоваться хотим с вами, как нам лучше в дальнейшем общаться. Мы с вами практически общаемся только по почте, только по связи, по телефонам. А так хотелось бы услышать ваше мнение, в каком виде нам с вами лучше видеться, потому что есть некоторые вопросы, которые между нами даже встречаются, и мы долго не можем прийти к мнению. Скажем, например, раз мы уже с вами собрались, мы видим, что много обращений есть из мест, из советов к нам, народные собрания. Я понимаю, что у всех есть проблемы, обращаются к нам, но вы знаете, что любые обращения, они все равно идут с исполнительного органа. Поэтому у нас получается, вот уже 3 года мы получаем все время от вас письма, просим помочь там, 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 все это надо. Но вы видите другое, что мы вам их назад вертаем и говорим, что обратитесь по этому поводу, по соответствии закона. Поэтому мы с вами, наверное, должны побольше встречаться здесь и как бы разобраться, кто какими действиями должен работать. Народное собрание Гагаузии является законодательным органом для всей автономии, но у нас 26 примарий, в каждой примарии есть местные советы. Они относятся не к законодательной, не к исполнительной, к законодательной власти. И очень важно, чтобы народное собрание делилось своим опытом, делилось теми наработками, которые есть в законотворческой сфере. И сегодняшняя встреча именно направлена на это, потому что полгода назад примерно прошли выборы. Многие изменились советники местных советов, председатели советов, секретари советов поменялись. Поэтому очень важно людей ввести в курс дела, что в Гагаузии есть одна особенность. У нас есть и региональное, и национальное законодательство. Поэтому, в отличие от других территорий Республики Молдова, людям нужно учитывать и тот свод законов, и Гагаузии, и Республики Молдова. В других территориях используют только национальное законодательство. Поэтому я, по крайней мере, в своей презентации постарался людям осветить наши особенности в области местных публичных финансов, чтобы люди были с ними ознакомлены и использовали в своей работе правильно. В основном местных советников и местные власти беспокоят привлечение небюджетных средств, грантов, поэтому мы оказываем консультационную поддержку в заполнении формуляров, необходимых на привлечение этих средств. И кроме того, у людей очень много возникает вопросов в области права, потому что в примариях в 90% случаев в Гагаузии нет юристов в штатных расписаниях, и, соответственно, кроме секретаря местного совета, никто не владеет юридической информацией. И учитывая, что примарии – это первые органы власти, которые соприкасаются и работают с жителями, необходима им, конечно, юридическая консультация, что и предоставляется в том числе юридическим управлением Народного собрания. Мы проявили соответствующую законодательную инициативу и ждем от исполнительного комитета заключения, чтобы при исполнительном комитете создать специальную структуру, которая будет состоять из профессионалов и в которую может обратиться каждый руководитель публичного учреждения, каждый руководитель населенного пункта, где ему окажут консультационную поддержку в заполнении формуляров. Потому что при всем уважении к нашим руководителям примарии, публичных учреждений, не все из них являются юристами или финансистами, и поэтому не все знают государственный язык, английский. И очень важно, чтобы такая структура была на уровне региона, и тогда я думаю, что привлечение небюджетных средств вырастет в разы для автономии.